Всем доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима, и мы продолжаем прохождение игры Metro Exodus. Итак, мы с вами закончили на том, что взяли дрезину, взяли, подцепили ею вагон пассажирский и присоединились к Авроре. Вот, и теперь нам нужно захватить баржу, чтобы подплыть, попасть на мост и открыть там ворота. Вот, ну что, поехали. Будем захватывать втихую. Шуметь не будем. Убийств минимум. Так, вот, у нас есть два путя. У нас есть пойти втихую или пойти разносить всех налево и направо. Ну, выберем тихую. Мы все-таки мирные люди. Так, надо противогаз одеть. Что-то тут фонит. Хорошо. Так, грибочки собираем. Так, это... Так, а это куда путь ведет? Так. А, это свой. Так, подлутаемся чуть-чуть. Может, что-то полезное найдет. Так. А, это еще один вход тут. Ну, ясненько. Ладно, пойдем. Пойдем, значит, захватывать баржу. Так, ну и что тут? Смотри, там на борт влезть можно. Давай я их отвлеку, а ты туда. Спрячься здесь и жди, пока пройдут. Давай. Так, ты без противогаза уже, да? Можно снять. Ух ты, как он... Как он умеет, а? Как птичка. Но проверить надо. Ладно, давай глянем. Если сожрут тебя, отомщу. Внимание, справа. Ну да. Задницу мне не прострели, мститель. Ух ты. Чуть не спалились. Мисклик был. Так, ну давай, иди. Или может тебя сразу вырубить? Так, а на баржу как мы попадем на баржу? По трапу только? Блин, а? Ох, и дадут нам тут просраться. И оглянуться не успеем, а уже все. Так, кто сверху ходит? Так, я сохранюсь на всякий случай, но что-то тут непонятно. Ну что, в этот раз до самого нижнего пойдем? Нет, километров за 20 поворачиваем. Ух. Ну и психов этих. Так. Внимание, слева. Эти доблестные защитники, мать их за ногу. В прошлый раз нам всю руку... Так, отвлекли. Главное, пока разгружаем. Идем дальше. Нормально было. А как платить, так мы сразу восточными варварами стали. Вот сволочи. Так, тихо. Меня пока не видно. О, свинюшка. Ух ты, это кабан. Смотрите, у него клык какой. Ну, там-то тоже говорят, не сахар. Так, пока я думаю, идем правильно. Уже расцветает, кстати. Между баржами есть плот. Перелезь через борт. Вижу противника! Блин, а? Да елки-то палки! Огонь! Его заметили! Огонь! Блин, ребят, ну я не хотел убивать! Тихо. Отступаем! Так, а если я сделаю вот так вот?
Я все-таки никого не хочу убивать. Ой-ой-ой, как. Вырубаем. Так, дальше. Так, ну вот он. Вот главная каюта. Так, вот зайти можно. Отлично. Одного убили только. И то можно было обойтись без жертв. Ну да ладно. Убивайте, я могу заплатить. Или товар. Товар, товар возьмите. Спокойно, свои. Все нормально, захватили. Отлично сработал, Артём. Артём, наши все в порядке. Ты молодчина. Ну, так-то профессионал. Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну что, ребята, я старался. Готовимся к отплытию? Да, если поехали. Если что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удачи нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Давай, трогай уже, шеф. По местам стоять, с якоря сниматься. Сейчас где-то полпути пройдем и часов до 4 в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего. Да и они все после заутренней сонной будут. Согласен, согласен. Бдительность будет на минималках. Утром. Это утро. Артём, князь, мы того приближаемся. О, там, видишь, на верхотуре самый костёр. А, вижу, вижу. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу, понимаешь? Так, и нам, ну, и туда вам, нужно знаешь, попасть. Куда? А я пока охране зубы заболтаю. Я понял. Так, присядем. Эй, на берегу! Держи конец! Давай! Эй, моряк! Где баржу потерял? Хлебалом тебе торговать будет, а? Ну, Артём, погнали! Кто так первый наверху, того и тапки. Удачи! Так, погнали, это что, по тросу подниматься, да? Артём, князь, Аврора скрытно выдвигается на исходную. Готовы начинать по вашему сигналу. Принято, товарищ полковник. Работаем. Так, ну я первый, походу. Так. Теперь аккуратненько тушим все фонарики. Никого убивать нельзя. Ну как нельзя? Убивать-то можно, но... Я не хочу этого. Я хочу все сделать по-тихому. Так, тушим фонари все. Ну, ползем. Хорош. Я чё так? Семёнка вернулся. Катька, это ведьма. Ты чё, обалдел? Они же с Кириллом всех демонов извести поклялись. Такие не возвращаются. Так, дверька не открывается. Думаю, да может, что интересное. Так. Их там нехристи перехватили, а еретик из новых освободил. Так, можно вырубить. Созрел Семён просто. И не такое придумывают, лишь бы к демонам идти. Так, тихо, тихо, тихо. Скандал устроил, но своего добился. Теперь вместо Семёна за еретика молиться будем, понял? Так, это куда? Это наверх дальше, да? Хотя дело богу угодно. Перекрестился, порог поцеловал. Так, это куда путь? К демону, понял? Это вниз, вниз нам не надо. Опа-на, чуть не спали. Так, а здесь не пройти.
Так, там что делаешь? Молишься? Значит, можно вырубить тебе. Так, снимаем все модули сразу. Так, вот тут посложнее уже. Так, 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 так. Так, это лифт наверх, да? Так, тихо, тихо. Да везде. Смотри, у тебя-то глаза молодые. Если увидишь, сразу кричи, понял? Вот, отлично. Артём, я почти на месте. Где ты там потерялся? Я наверх поднимаюсь, несы. Все нормально. Я вроде справляюсь. Ого. Не разверзлись небеса. И пал на землю грешную дождь из ракет, и стала земля светлой. Так, этого, я думаю, можно вырубить. И люди все не обратились как, и только один пинарку взрыва, непокупно и приют верные Господу. Так, а здесь что у нас? Ага. Старшего именем Силантий и рёк ему: «По те поры буду с вами и буду беречь вас, пока верность мне...» Так, тут что, на лодку? «Пока технику бесовскую отвергаете!» «Отвергаем!» «Опущи прочь!» Ух ты! «Отвергаете ли хитрость?» Так, 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 похоже сюда. Так, давай, 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 и... Так, есть. Так, есть. Так, а фонарик как потушить? Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазн сатаны, и яд его! Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, и машины всякие, так, максимальная концентрация. У нас есть 5 банок. Так, давай, иди, иди, отвлекайся. Что с войной к нам пожаловали, что напали на приют нас. И стоит у наших ворот и конь железный. Маслом машинным электрическим не убоим. Так, ты не сюда смотришь. Встретим во все оружие врагов наших. На диво нас. Так, есть. Аминь! Аминь! Так, это тушим. Так, дальше что у нас тут? Опа-на. Вот, тихо. Так, ты куда у нас идешь? Так, меня видно. Так, меня не видно. Так, это один тут, да? Так, нам надо наверх. Так, идем пешком, пешком, пешком. Отвергаете ли хитрость дьяволову? Ток электрический, проклятый подарок лукавого глупца! Так, все, мы добрались, бежим. Отлично. Добрались, значит, велите ты победы. Катерину увели, на меня добрались. Ух ты, шустрый Артём. Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наши пропустят, они стрелять не будут. Мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама нас просила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно?
Чего не понять-то? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже вдоволь крови напились? Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте. А машинисту скажите, чтобы не гнал. Мост еле дышит. И останавливаться нельзя. Мост рухнет. Вам придется прыгать. Аврора, это давайте мы убедим. Поговорились с местными. Нас пропустят, если не будем стрелять. Пойдем малым ходом. А, и останавливаться не будем. Прием. Артем, прыгаем! Неплохо мы сработали, Артем! 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 Просыпайся! Проснулся уже? Артем, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Так, что ты меня, типа, согнала с теплого места и отправила? Мы ведь теперь не дома. Папки. О, привет, там малютка. Тэшник уже мастерскую доделал. Ну, пошли посмотрим, что тут. Так ух здорово ты. Получилось. Да, всегда здорово. Артём. А, привет, Артём. Видишь, как я тут устроился. Как король число. Ну да, ничего себе, ничего себе. Какой шикарный, а? Так, ладно, мне надо по делам. Там меня начальство ждет. Ну, опа-на, тут что такое? Любовь осисяй? Ай-яй-яй. Артём, тебя полковник в рубке ждет. ДТшник ругался? Ну, тут длинная история. Так, ну да, пройти-то. Короче, меня там ждут. Рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артём разводится. Артём, иди сюда. Подошел. Здравия желаю, товарищ полковник. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответь. Это Ковчег. Назовите себя. Прием? На связи полковник Святослав Медников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Да, да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем.
Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке, не волнуйтесь. И до встречи на ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. А подумать только, сам министр. Ну, если честно... Артём, кстати, можешь на карту глянуть. Чё-то такое себе. Такое как себе. Видишь, мы направляемся прямо в Ямантау. Какое-то теперь недоверие все равно есть. Пути в ту сторону в неплохом состоянии. Повезло нам, там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко, но от состояния путей все зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. Ну? Ну, Ермак, так о чем мы там? Про то, что цели превыше всего. Так вот, не надо. Попривыкай. Правильная цель оправдывается. Так, давайте выйдем на улицу, посмотрим, как тут все. Ох, вот это красота. Так, вы можете отправиться дальше или продолжить исследовать поезд. Блин, ну красота так красота. Круто. Ладно, давайте отправимся дальше на гору Ямантау, получается. Вот именно. Именно поэтому. Этого шанса я, пожалуй, и ждал. Обстоятельства не складывались. Но теперь правительство, понимаете, правительство.